У Дати. Все, все. Задолбал меня лизать. Я толстый поцелую на счастье, и все. Поздоровались и хватит. Подлизывается. Перепихончика не будет, не надейся. Это косточки узластик про рыбу. Хе-хе. Или я буду играть за рыбу, посмотрим. Тебе без воды должна была задохнуть. А, я играю рыбой. Бульк, бульк, бульк. Как я только не сдохла, воды тут нет. Пиздец, блядь. Я ни разу не видела узастик от рыбы, блядь. Пиздец какой-то. Вот это реально пиздец, так пиздец. Вот разработчики выкатили, так выкатили симулятор рыбы. Я такое первый раз вижу. Давай, дайте укусу. Хе-хе, здорово, тел. Ха. Иди вверх или вниз. Конец, типа, какой-то. Ты должен. Извини. За что ты извиняешься? Вверх или вниз? Пахары бутей. Я без тар разберусь. Останови какую-то массену. Конечно, рыба ее остановит. Ха-ха-ха. Взял, ну и поиздевался, сука. А потом только отправил в плавание. Ну вообще скотина такая. Как забавно управлять ей. Пацаны! О, капельки! Дайте мне тоже капельку, я пить хочу. О, еще чуть-чуть. Во-во, вот капля, кстати. Да бля, повернись. Да блин. Пацан. Укасал, укасала. Оп-оп-оп. Вверх, вверх, вверх. Вот этот нет, нет, нет. Ты разговариваешь как смурфик. То есть у тебя будет два пути. Стук это вниз. То есть стук это вверх. Ладно, ап. Вверх, вверх, вверх. То есть вверх, вверх, вверх. Вода. Вверх, вверх, вверх. А ты что там доплыть не можешь? Я могу, а ты не можешь. Эй, великий запутался, карп. Трон, он сказал все это про трон. Так, блять, новые слова какие-то. Тертабли какой-то. Ты говоришь, информация какая-то. Хойс. Бля, слишком много слов. Так, нет, так, не разберемся. Этот говорит теперь вниз? Нет. А, внизу фантомы находятся? А пропыть эвер какой-то. Добро... То есть, великая, типа, того прозала у тебя, типа, того, наверное. Здесь больше нету. Муза, я не подыхаю, потому что тут все очень много жидкостей. Но я ни одной жидкости не вижу. Управление, кстати, очень удобное. Типа, про клавиатуру. Клавиатура вообще неудобна, вообще пиздец. Бывает, ты меня пугаешь. Водичка, водичка. Все, я насладилась. Чё за желудок здесь? Ауч, ауч, ауч. Уи, крутые американские горки для рыбы.
Ауч. Ну и куда дальше? Я туда не пойду, там слишком темно и страшно. Да, если бы я знал о вас, пацаны, этюзы носок. Лёд, что ли? На курсе во льду застрял. Бедная рыба. Погнали. АФ-ку можно включить? Фига себе, это что за... самоездящиеся фонари? Ну-ка, сутка. Такого не бывает. А, это масляное отделение. Мне нужно попасть в воду. Без воды я как без рока, без ног. Офигеть. Офигеть! Рыба застряла! Помоги, а! Да никак залезнуть на кнопку! А, сорян, тел. Попался под горячую... под горячий ласт. Но я остановила! Я пытался тебе помочь. Но ты тупой, на кнопочку залезать не хочешь. Тут у тебя такой замески. Ой, чё за зайсть? Ой, водичка! Пути равно грязная, но все равно водичка! И типа не плаваешь так за странно, как и ходит. Блин, как пройти нельзя? Блять, приключения рыбы. Я такой первый раз вообще, пиздец. Я думал, что все видела в этой зоне. Оказывается, ни хрена, а. Я не видела ужастик про рыбу. Почему это я хожу? Хотя можно понять, по кабелям. Как бы порсло это не звучало. По кабелям. Ну или по этим, по трубам, во. По трубам точно нормально все. Бульк, бульк, бульк. Кто там? Я сбоку, если стоит, если кто-то вперед проедет, как поезд. Ты, я так понимаю, злая рыба. Потому что эти злые глаза меня пугают. Ты вот там в такой воде была, до сих пор не разобрала, что ли тупая ты рыба. В каких местах ты только не была, нифига не разобралась. Все равно прыгай туда, куда ей надо. А у того чувака слишком острые зубы, он меня пугает. Что за немного зудка. Я почти припрыгала. Нет, тут не перепрыгну. Надо было по другому пути сразу идти. Вау. Не, я смогу отпрыгнуть. Стой, не буксуй, не буксуй, не буксуй, не буксуй, тупая рыба. Как это сделать, раз тебе порубит на холодец, как и остальную рыбу. Бедите косточки, не ест рыбу, рыба тоже едуса. Да сука! Ну тупая как пробка. Нет, стой, 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 стой. Я сейчас летала где-то в облаках, видимо. Тихо, 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 тихо. Не разгоняйся, не разгоняйся, стой, стой, стой. Ага, красава. Если кто не понял, это рыба. Хе-хе-хе, я играю за рыбу. Офигеть, что за глаза-то? Блять, каз разум все по-наркомански и по-наркомански, офигеть. Какие-то новые виды рыб? Или это просто мутанты? Туда за ядерные отходы скидывают? Вот вам и результат. Какие-то камусы стали с глазами, ла. А это осознание типа того. Так, ты. Эпли любес. Типа, если бы ват было бы в воду. Три и три, и еще раз три. Ах. Надо это активировать. Для тебя. Для меня. И возвращайся, ты вернешься домой.
век. Ты там Локи какой-то. Одна. Мозас. Ты там Мономис. Один. Хуй знает. Вик. Спасибо. Вы меня не сотрете? Вы мне не забывайте доверие. Вы тоже, наверное, рыбу сотрете, если я к вам присоединюсь, конечно, пацаны. Не трогать меня. Не трогать меня. Я беззащитная рыба. Плыву в океан. К пацанам. Одно мне вкусно. Да умудрилась, это волшебная рыба. Она не сдохла после всех этих моментов, как пропрыгала все эти приключения. Бля, эта игра удосулся по... на мой канал. Я даже на канал эту игру пущу. Бля, я пройду ее на канал, прикольная игра. По-наркомански, все как я люблю. Хотя, это не подается логике, как рыба все это время скакать тут может. Это было пиздец, короче. О, мастер сейфу. Время пришло. Вниз. Ты уверен, типа... И Гриффис любит тебя. Не... Он меня целует или он меня лизает? Походу узнал, что я девка, и он облизывает. Он дуртатив какой-то. Скарит тебя. Стук. Но не какой-то там. Ты, Мозус. Не хочешь? Я хотел. Нужна батарея для твоего. Ты узнаешь секрет. Ты Майкинг. Хоть лизать ты меня. Дядя Эктион. Красными глазами не пугает. Пад. Часть. Типа надо найти какую-то часть. Но я хорошо-то я к рыбе не послаю, то бы я нафиг сразу умерла бы нафиг. Ха-ха-ха. Рыба. Попадает в комнату. Удачи. Все. Задолбал меня лизать. Я толстый поцелую на счастье, и все. Поздоровались и хватит. Подлизывается. Перепихончика не будет, не надейся. Я сматываюсь отсюда. Бульк. Меня пугает вот этот огромный хвост. На всякий случай, отойдем вы сюда. Не хочу, чтобы мою рыбу убили. Я только про это произошла весь этот огромный путь. Надеюсь, это не сюка. Сука, это сюка, валим, блядь! Мама! Да, я очень быстро плыву. Ну, очень быстро саркую, или как это называется. Не знаю, но хоррор про рыбу ни разу еще такого не видел. Вверх или вниз. Но мне вот все намекали, типа, плывешь туда, там будет охуенно. Поплывешь туда, там будет плохо. Точнее, наоборот. Туда поплывешь, там будет плохо. Там туда поплывешь, там будет охуенно. Типа, иди вверх, вверх, обязательно и плыви вверх. Мне тут тело об этом говорил. А все получилось? Вори. Пиопли. Ты. Что-то там. Селфис, рыба. Койлс. Ты. Не мой. Грандер какой-то. Ты кнев. Я попал в воду или нет? Говорящие. Ты говорил. Окей, не. Романтика. Сука, он все-таки замутил со мной этого старикан-то. Так. Сорян. Септхин. УСП какая-то. Спасибо за игру. А я попала в воду-то или нет? Симуталон какой-то. А, это говорят про разработчиков. Разработчики охуенные тело. Такое создали. Да.
Какой-то зудкий тут коралловый риф. Короче, да, я выиграла. Black Extraction. В смысле? Не хочу. Офигели. Не, игра прикольная. Мне понравилась.